На 705-м километре федеральной дороги Колыма в результате ДТП произошел разлив ГСМ. Авария произошла в светлое время суток, дорога гравийное покрытие, погода ясная. Подробнее расскажет начальник отделения ГИБДД по Имикунскому району Петров Никифор. В результате того, что водитель уснул за рулем, машина съехала в кювет и опрокинулась. Соответственно, вот этот 20 тонн соляры, который он вез, разлилось. Напустил. Ущерб устанавливается соответствующими органами. Нами проводится также проверка по факту ДТП. Водитель сам получил телесные повреждения в виде перелом ребер